Вот эта дорога на Хрустальную горку. Перерыто, чтоб не ездили. Вообще могли бы метров 200 там дальше, как раз бы хрусталь вырыли. Сделана тропка, по которой можно ходить. Дорога на Хрустальную горку. Да, как всегда в этом месте груздочки попадают на дорожки. Ну что ж, возьмем жареху сделать. Да, оплыло, заросло. Закидано. Конечно, с отвала сразу в яму кто-то бросал. Да. Ребята. Грибочки. Бабки. Современное состояние Хрустальной горки. Да, по отвалам кто-то шастал, так верхушки сбивало. Серьезно, никто не работал. И так далее. Пристроился к одному из отвалов. И перебираю. Такая работа. Надо сказать, она позволяет отдохнуть. Во всяком случае, что вот эту мелочевку с головками-то можно найти. Много осколков.
Вот в таком духе. Что попадется, потом покажу. Вот такой вот сросток небольшой, симпатичный. Отмыть его и вперед. И вперед. Вот симпатичный кристалл. Железо снять с него, красивый станет. Так, ладно, неудобно одной рукой. Нужно немедленно включить камеру, не так часто двууголовики попадают. Симпатично. Бывает интересно. Вот так вот. О, загородил. Где он? Камера загораживает. Блеснет вот здесь вот. Блеснет так вот. Смотришь, точно кристалл. Иногда обломки. Интересно. Интересно.